Поздравления принимает Михаил Борисович Никипорчик из города Лиды, который отметил свой день рождения 21 марта. Любимого братика и дорогого дядю с юбилеем поздравляют сестра Надежда и ее семья. Желаем счастья в этот день, тепла от всех, кто будет рядом, улыбок светлых на лице и солнечных лучей в награду. Неумолимо мчат года, их удержать не в нашей власти. Так пусть же будет так всегда. Чем больше лет, тем больше счастья. Целый день.